На проспекте Красного Знамени пьяный водитель грузовика разбил припаркованный автомобиль. В ходе разбирательства выяснилось, что машину мужчина тайком взял у приятеля. Хозяйка Honda CR-V работает в магазине, расположенном по адресу проспект Красного Знамени, 146А. Женщина обслуживала покупателей, когда у нее запищал брелок автосигнализации. Она выбежала на улицу и едва не потеряла дар речи. Ее автомобиль задним ходом таранил грузовик Toyota Duna. За рулем рефрижератора сидел подозрительного вида мужчина, от которого исходил стойкий запах перегара. Товарищ решил угнать грузовик покататься. Разбил стекло, начал сдавать задом. Въехал сначала чуть-чуть в мою машину. Я услышала, что сигнализация выскочила. А он попытался ее опять завести. И то есть грузовик покатился назад, и все, и мою машину тоже понесло туда же. Сотрудники полиции выяснили, за рулем грузовика находился знакомый владельца машины. Мужчина разбил стекло Toyota, проник в кабину и смог завести ее без ключа. Правда, далеко уехать у него не получилось, и в результате задержанному пришлось держать ответ за свои действия не только перед полицейскими, но и перед разъяренной хозяйкой CR-V. Вот когда ты разбивал стекло, скотина, ты не пробовал? Поскольку злоумышленник был пьян и сидел за рулем угнанной машины, пострадавшая автомобилистка опасалась, что у нее могут возникнуть проблемы с получением страховки. Но прибывшие аварийные комиссары успокоили женщину и заполнили все необходимые документы. На данный момент известно, что водитель был пьян, произошел угон грузовика. Водитель совершил наезд на Honda CR-V и попытался скрыться, но его задержали. Его задержали, приехали сотрудники ГАИ, аварийный комиссар, мы то есть подъехали, и они предоставят юридическое сопровождение. Она, конечно же, получит свои деньги. После составления схемы аварии пострадавшую сторону ждет разбирательство в суде. Еще один суд предстоит водителю грузовика. Хозяин машины уже написал на мужчину заявление.